Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Одного из лучших баскетболистов единой лиги Алексея Зазулина заманили в Самару золотым калачом. Команда с одноименным названием в предстоящем сезоне нацелена бороться за главный трофей чемпионата страны в Суперлиге – золотые медали. А уже через год показать себя в единой. Кроме этого, спортсмену импонирует дух команды. Самара в любом матче регулярки и плей-офф сражается до последней секунды, до победного результата. Отец возглавляет эту команду. Поэтому как бы уже знаком с командой достаточно хорошо. Хорошо все будет. Понятно, это не просто всегда оказываться, наверное, родным людям, но я думаю, это будет только помогать и друг другу подхлёстывать, потому что все-таки мы, наверное, оба, которые отдаемся на 100%, ну, мы настоящие профессионалы, поэтому будем все это во благо только команды делать. Алексей Зазулин за 17 лет в профессионалах успел достучаться до баскетбольных небес, поиграл в национальной сборной и в лучших клубах России. Он трехкратный чемпион и двухкратный обладатель Кубка страны. Выигрывал Кубок Европы в составе казанского «Уникса». В новом сезоне звезда российского баскетбола подписал контракт с клубом «Самара». Именно здесь его научил забрасывать мяч в кольцо Камо Погосян. Я рад, что Алексей принял наше приглашение и вернулся в свой родной клуб, потому что мы хотим выходить на более высокий уровень. Это самый наш топовый игрок на сегодняшний момент. Вот, я думаю, что с его приходом мы станем гораздо сильнее. И то, что Алексей будет основным действующим игроком в клубе, в этом нет никаких сомнений. В межсезонье все команды Суперлиги укрепили свои составы. Чемпионат страны обещает получиться интересным и бескомпромиссным. Но что удивительно, многие клубы приглашают играть к себе в основном легионеров. Самара идет по другому пути. 80% – самарские баскетболисты. Это единственная команда в чемпионате страны с таким высоким показателем местных спортсменов в составе. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.